«Позитив» представляет. Илья Олейников и Юрий Стоянов в русской народной передаче «Городок». Ну, где твой? Как всегда, телевизор смотрит. Так, Степа, ну что происходит? Ну, я тебе для чего звонил целый час? Ну, почему ты до сих пор не готов к съемкам? Что ты тут собираешься снимать? Я ничего не понял. Ну, как обычно все. Так, слушай меня. Я затеял грандиозный интернет-проект. Называется «Человеческие новости». Вчера только я снял новости от Коли и новости от Васи. И буквально взорвал интернет. Как ты взорвал? Ну, рванул трафик так, что... И смотри, если новости от Коли смотрело всего два человека, ну, то есть я и сам Коля, то новости от Васи уже в полтора раза больше народу. Ого! В полтора? Это больше какого народа? Нашего народа? А это сколько? Ну, трое. Я, Коля и Вася. Слушай, кончай этот ящик смотреть, а? Завязывай. Ты живешь в век интернета. Сейчас будем снимать новости от Степана. Это про меня, что ли? Погоди. Еще неизвестно, что на это моя Лёлька скажет. Уже известно. Она сказала, что мы идиоты. Оба. Но об этом в новостях рассказывать не надо. Почему? Она сказала, что это давно уже ни для кого не новость. Почему оба? Я-то тут при чем? Док с новостями. Да кому-то интересно знать про мои новости. Найдутся люди, Степ. А вот найдутся. Вот такие же простые, как и ты. А может быть, даже и еще проще. Но ты же вот жаловался, что соседка тебя подслушивает. Сам видел. Она к нашей двери вот такую вот штуку прикладывает. Как у врачей, на шее. А, фонендоскоп. А теперь она будет все узнавать про тебя из компьютера. Не выйдет. Как это она? Ну, приложит она этот фонендоскоп к компьютеру, и что? Врача! Срочно нужен врач! Мужчина, вы врач? Врач, срочно нужен врач! Мне нужен врач! Я врач. Что случилось? Вы врач? Да. Кончился. Срочно нужна помощь, срочно! Вам плохо? Нет. Тут есть одна женщина. Ясно. Ведите, показывайте, где она. Ей неплохо ей. Вы дослушайте меня, слушайте. Я с ней встречаюсь. Она врач. И она мне написала записку. Но я не могу разобрать ее почерк. Я не могу. Вы же врачи пишете так, что может понять только другой врач. И то не всегда. Помогите. Ну, прочитайте, пожалуйста. Пожалуйста, прочитайте. Да, есть такое. Николай. Да, Николай, это я. Вот, сразу видно, специалист. Больше не ищите встреч со мной. Между нами все кончено. Прощайте. Где это написано? Что вы несете? Этого не может быть. Где это написано? Вот тут все ясно написано. Ясно мне одно. Что мне нужно срочно менять врача. Потому что вы плохой врач. Плохой. Низкоквалифицированный. Неопытный плохой врач. Вы врач-ведитель. Вы оборотень в белом халате. Отойдите. Уйдите, куда вы шли. Уйдите отсюда. Мне нужен врач. Срочно. Ну, врач. Мне нужен врач. Так. Все. Ты готов, Степа? Готов, да? Да. Все, мы работаем.
Друзья, вы смотрите новости от Степана. Степа, а что у тебя нового? У меня нового ничего. Все старое. Ботинки, костюм, шапка, жена. Поэтому я хочу купить новую удочку. Какую удочку, Степа? Ну что это за новость? Потом твоя Лёля никогда тебе на это денег не даст. Новость. Вообще, начать надо с какой-нибудь сенсации. К примеру, до тебя вдруг дошло, что у твоей жены есть любовник. Вот дошло до тебя. Неправда это. Лёлька как раз деньги дала. Вот, говорит тебе, Степа, деньги на удочку. И быстро дуй на рыбалку. Все, есть сенсация. У твоей жены есть любовник, но до тебя это так и не дошло. Снято. Во. Здорово, сосед. А что дверь открыта? Так видно, потому что ты вчера, когда вечером уходил, ее не закрыл. Я? Да. Я тут вчера был? Да. Понятно. Так, у меня к тебе риторический вопрос. Пива нет. Аск. Что делаешь? Да так, письмо пишу. Письмо? Угу. Кому письмо? Родственникам, детям, президенту. Я надеюсь, насчет пива. Не, в общем, это личное. Так. Деду Морозу. У тебя с ним что-то личное? Ты хочешь поговорить об этом? Что-то было? Ну? Дай. Дорогой Дед Мороз, подари мне на этот Новый год новую рубашку и новые брючки. Ну, можно и старые, но чистые. Отдай. Я еще про носки не написал. Вот же ты, дитё, а? Ты же взрослый человек. Ну, что за фантазии? Ну, надо же быть реалистом. А? Давай, пиши. Пиши. Дорогой Дед Мороз. Дорогой Дед Мороз. Дед Мороз? Да. Подари мне, пожалуйста, на этот Новый год. Хорошую машину. В скобках две штуки. И новую квартиру. Две шты. Сколько? Стоп! Стоп! Что такое? Зачеркни, дорогой Дед Мороз. Зачеркни. Зачеркнул. Пиши сверху тут. Дорогой. Пиши. Дорогой. Дорогой. Санта-Клаус. Санта-Клаус. Да. Почему? Слушай, ну мы же с тобой хорошие машины хотим получить, правильно? А у Деда Мороза мы парочку пивка попросим. Надо быть реалистом. Да. Степа, ну где ты ходишь? Ну мы же почти в прямом эфире. Ну что ты? Включай. Официальное сообщение. Слухи, что у моей жены есть любовник, это клевета. Я только что смотрел в шкафу. Никого там нету. О. Скажите, Степан, а что у вас в руках за тапочки? Не знаю. Прослушайте объявление. Кто забыл в моем шкафу эти тапки, пишите. Я верну. Выключай. А куда мне напишут? На форум, Степочка, на форум. Ну, это, ну, есть такое место в интернете, ну, где люди высказывают свое мнение, дают советы. Вот как? Анна Колькиной?
Иваськины новости уже что-то написали? Конечно. Значит, Колька написал Ваське, что он дурак. А Васька написал Кольке, чтобы он засунул свои новости в... Ну, там вместо букв 4 звездочки. Опа. Так ты сказал, что там пишут мнения и советы. Конечно, конечно. То, что Васька дурак, это мнение. Ну, а засунуть свои новости, это, ну, это совет. Форум, форум. Откисающе, грандиозно. Что такое? Иннокентий, душечка, судя по отзывам в интернете, всегдашняя твоя симфония произвела просто фуголог. Что фу? Что ты сказала? Фуголог. Фурор? Да. Оставь. Я уже прочел прессу. Все критики пишут, что я опять все слезал у Бетховена и Генделя. Критики! А Шаинского они там даже не заметили. Вот это с катяготью телится. И у тебя дальше идут тгамбоны. Мало того, что музыка скомпилирована, так еще и бездарно и невыразительно. А в интернете совсем другие мнения, Кешенька. Абсолютно другие. И это мнение людей, а не этих специалистов. Вот, вчера случайно попал на премьеру симфонии Бабахина. Больше всего погазила напыщенная гожа этого музыкального вога и угода. Вора и урода? Да, и все. Ты слышал? Уга! Что за ура? Так ведь о музыке. Тут ни одного плохого слова, Кеша, ни одного. Это же победа, Иннокентий. Это твой беговый триумф. Маэстро! Бгаво! Фугог! Фугог! Фу-ф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 у
А знаешь, мне понравилось. Сижу, рассказываю себе, как знаменитость. Да, только знаменитости глупости не говорят. Вот сразу видно, что ты телевизор не смотришь. А давай я расскажу, как Лёлька сидела на диете. А? Это подойдет? Давай. Еще новость. Моя любимая жена Лёля очень хотела похудеть. Ходила по докторам, но ничего не получалось. А вот по моему методу она за 5 дней похудела на 3 кг. И что, ни разу, как обычно, не лазала по ночам в холодильник? Нет, по моему методу она и днем сидела на диете, и ночью. Она же у меня сидела на диете, привязанная к стулу. Кино. Кино. Художественный фильм «История одной болезни». Профессор, к вам пришли. Входите. Здравствуйте, доктор. Ваше сердце. Прошу вас, садитесь. Благодарю вас. Может быть, мы сразу переступим. К чему? К осмотру. А, все непременно, ваше сердце. Вас предупреждали, что я высочайший профессионал, но очень узкий специалист. О, да, да. Графиня фон Шварценвайсен очень, очень вас рекомендовала.
Может быть, мы начнем? Я очень волнуюсь. Простите, прошу буквально секундочку подождать. Я должен сделать срочный звонок. Алло. Девушка. 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 Что, телефон не работает? Почему не работает? Ну, вы же не смогли дозвониться. Напротив, я дозвонился. Как вы? Ну, вы только что трижды безуспешно пытались вызвать телефонистку. Девушка, девушка, девушка. А, нет. Это я как раз сообщил баронессе фон Шмок результаты осмотра трех ее дочерей. Ну что, приступим? К чему? К осмотру. Да. Так, все. На сегодня хватит. Все. Закругляемся. Мы. Закругляемся. Наконец-то. Включу телевизор, а то новости пропущу. Да. Куда я пульт подевал? Так я и не понял. Зачем тебе все это надо? Не понял, да, Степа? Ну, как обычно. Степа, кстати, давно хотел тебя спросить. Откуда у тебя такая странная фамилия? Степан Круглый. А чем тебе не нравится моя фамилия? Почему нравится? Красивая фамилия, но есть ли какая-то недосказанность? А? Круглый что? Ты лучше мне все-таки объясни, кому нужны вот эти наши новости? Мне кажется, чтобы их смотреть, надо быть полным идиотом. Я вот, например, их смотреть не буду. Ну, конечно, Степа, ты же у нас не полный идиот, да? Ты не полный. Ты, Степа, круглый. На вам тебе твой пульт и смотри свой телевизор. Смотри, он ждет тебя. Давай. Послесловие. Здесь очередь. Извините. Сюда, всех в архив потянуло. Знаете, я подумал, что каждый день узнаю кучу новостей. О том, о чем. А вот откуда мой род пошел, не знаю. Вот решил заняться своей родословной. Это да, я точно так же. Ну, надо же внукам рассказать о предках наших. Чтоб пример для них был. Вот это точно. Я то же самое. Я тут столько нового узнал. Так телевизор просто отдыхает. Оказывается, мой прапрадед каторжником был. На дорогах разбойничал. Да? Интересно. Ой, очень. Столько душ погубил. Десятками. Десятками людей. А другой прапрадед, это вот этого, получается, он родной брат. Он сбежал. Ну, с казенными деньгами. Интересно? Очень. А прапрабабка, прямая моя, это жена вот этого, который. Она в публичном доме работала. Так ее уволили за воровство. Интересно? Да. А прабабка, это уже ихняя дочка, ну, вот этого и, ну, и вот она нормальная была. Ну, хорошо же, ну. Умерла в сумасшедшем доме. Да, интересно, будет хоть что внукам рассказать перед сном? Так. Ну что,
Ну, пойду я, пожалуй. Что-то тут долго. Ну и вообще. А внукам я сказки почитаю. Это да, это да. Дети, они сказки любят. Почти так же, как взрослые.